Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Твитли, ребята, и сегодня, ребят, как я вам и обещал, я буду спасать заложников в, ребята, самом настоящем заброшенном складе в Майнкрафт, ребята. Я вам это обещал уже очень давно в одном из своих видеороликов, где я обозревал костюм Бэтмена, ребята. Как вы помните, ко мне подошел житель и сказал то, что у нас за деревней находится заброшенный склад, где, ребята, у нас находятся самые настоящие заложники, которые держат бандиты. В общем-то, ребята, я, как видите, проник на этот склад, это достаточно было трудно. Как вы видите, ребята, тут сломанный лифт, то есть тут просто огромная высота, я по ней забирался, ребята, благодаря моему супер костюму, ребята, и именно костюм Бэтмена, я думаю, что мне поможет в схватке с этими бандитами, ребята. Как вы помните, еще в других видеороликах, где я тестировал различные костюмы, появлялись различные бандиты, с которыми мне приходилось драться. Так вот, ребята, я нашел их логово, этот склад и есть их логово, ребят, и они здесь до сих пор держат несколько заложников, ребят, поэтому я должен их спасти. Они не знают то, что я пришел, потому что я как бы вошел через крышу, потом обошел вниз, потом поднялся по этой штуке. В общем, ребят, здесь очень трудно было проникнуть, потому что везде стоят камеры, везде ходит охрана. И, ребят, это просто какая-то жесть. И сегодня я просто намерен с ними разобраться и наконец-то покончить со всем этим. Потому что мне, ребят, если честно, это задолбало. Эти бандиты терроризируют нашу деревню. И это просто ужасно, ребят. Благодаря этому костюму Бэтмена, думаю, то, что я с ними смогу разобраться, ребят. Ставьте лайк, если вы любите Бэтмена. И давайте, ребят, на этом видео наберем целых 350 лайков, да, ребята. Я специально сделал для вас вот такой вот крутой видеоролик, я думаю, то, что он вам понравится, потому что, ну, ребята, это действительно очень опасное занятие, так сказать. Я буду драться с настоящими вооруженными людьми, поэтому, ребята, вы должны поставить свой лайкосик. И сейчас прямо я надену свою маску, ребята, надеваю маску Бэтмена, и все, ребята, мы полноценны, готовы к бою, ребята. Я взял с собой золотую морковь, чтобы что покушать, потому что меня будут как бы ранить, и чтобы я мог восстановить немного хп. Так, ребят, я взял с собой парочку гаджетов, как вы знаете, это дымовые бомбы, потом наши батаранги и, конечно же, ледяная бомба. Я возьму, конечно же, первым делом батаранги. Так, ребят, несмотря на то, что это склад, и здесь водятся одни бандиты, ребят, я сушу скелеты, и это, ребят, очень опасно, поэтому нам нужно сейчас как-то аккуратненько пробраться вот на ту вот платформу, вон там вот, поэтому давайте мы из такого прыгнем. Отлично. Так, ребят, у нас прыжки достаточно большие. Фух, ребят, я чуть не упал. Так, я вижу нашего первого моба. Это паук. Получай. Получай. Так, ребят, минус один моб. Отлично. Перезарядка нашей батаранки. Спускаемся. Нужно очень аккуратно, ребят, пробраться, потому что тут очень много мобов. Так, тут какой-то... я не знаю, что это. Какой-то офис. Так. Спускаемся вниз. Так, и я слышу мобов, ребят. Ребят, это реально очень плохо. Так, у нас есть морковка, если что. Давайте сложим вот сюда. Хотя пусть тут лежит. Так, ребят, я слышу мобов. Так, вот мы уже входим, и там, ребят, начинается склад. И вроде бы там должны быть заложники, но я слышу где-то зомбика. Ребят, мне что-то реально страшно. Ну ладно, мы же Бэтмен, мы ничего не боимся, поэтому давайте, ребят, побежали, побежали, побежали. Отлично, вот, ребят, мы здесь. Итак, вход вот здесь, ребят, но он здесь заблокирован. Так, я не смогу, наверное, перепрыгнуть через забор. Или смогу? Хотя, ребят, если я пойду по низу, то, наверное, меня бандиты смогут заметить. Поэтому тут есть как раз-таки лестница. Может быть, по ней пойти, по аккуратному пути, так сказать. Потому что если я пойду здесь, то они, наверное, меня поджидают внизу. Поэтому давайте, ребят, я лучше пойду наверх. Не буду рисковать. И, наверное, сверху у нас будет намного лучше обзор. Так, опа. И так, тихо. Тихо. Блин, ребят, я видел бандита. Ё-моё, так. Так, заложники. Я не знаю, где они. И они или внизу, или на вот этом этаже. Мне это нужно узнать. Так. Блин, ребят, там бандит. И ведьма. Капец. Так, давайте попробуем вырубить ведьму. Так, не получилось. Так, перезарядка. Еще. Так, отлично, ребят. Ведьму мы вырубили. Так. Я вижу, ребят, тут стоят такие штучки. Может, по ним можно будет паркурить. Так, давайте так вот мы тогда аккуратно так сделаем. Так, бандит. Так, меняем гаджет на дымовую гранату. Прыгаем к нему. И забиваем, 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 пока нас не видят. Так, отлично, ребят, минус один. Так, хорошо, ребят, в принципе, я минус один сделал. Я забрался обратно. Я вижу, что здесь пришел новый бандит. Давайте мы попробуем убить батарангов. Так, раз. Ребят, они меня запалили, черт. Так, перезаряжаем. Кидаем. Опа, отлично, ребят, минус один есть. Хорошо, перепрыгиваем дальше. Так, ребят, нам нужно... Вон там еще один бандит, так, получай. Так, тихо-тихо-тихо-тихо, получай, получай. Так, на-на-на. Отлично, ребят, минус еще один. Так, там внутри, наверное, заложники сидят. Да, ребят, там заложники, я уже вижу жители. Так, ребят, тут еще бандиты. Прыгаем сюда, осторожно, осторожно. Ребята, капец, они меня не видят, отлично. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо, они меня заметили, черт. Быстрее, быстрее, быстрее. Так-так-так-так-так-так-так. Черт-черт, ребят, меня заметили. Ай, меня сбили. Черт, черт, черт! Ай! Ай, ребят, меня сбили! Так, 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 бежим, 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 бежим. Тихо, 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 тихо. Так, так, так. Нужно сделать ледяную гранату, кидаем. Отлично, ребят, снесли. Так, берем
Берем батаранги, получайте. Черт, ребята. Так, 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 так. Очень опасно. Так, этого мы, в принципе, можем вырубить с кулаков. Так, еще одного, еще одного. Ай-яй-яй, получай. Да что ж такое? Да вырубись. Фух, ребят, мы, походу, его добили с пистолета. Ну, это ничего, так, давайте немного передохнем. Так, ребят, тихо. Тихо, тихо, тихо. Они там начали сами в себя палить, что ли. Так. Там я видел, есть еще несколько бандитов. Так, у меня есть еще один батаранг. И... О, нет, это со снайперка, ребят, это со снайперка, чувак. Так, берем резную гранату, кидаем. Отлично. Так, батаранги, батаранги, батаранги. Где мои батаранги? Так. Еще дымовую гранату. Зачем я кинул дымовую гранату? Черт. Так, 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 я его вроде убил, да? Все, ребят, отлично. Нам нужно каким-то образом попасть обратно на наши эти штуки, потому что это какая-то жесть. Еще бандит. Так, тихо, 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 тихо. Так. Все, ребят, отступаем, отступаем. Нужно играть немножечко по стелсу, потому что меня так просто запинает. Сколько же здесь, ребята, быстрее назад, назад, назад. Так, 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 забираемся наверх. Так, в эту комнату я пока не хочу идти, их там слишком много. Так, отлично, ребят, мы снова наверху. Так, паркурим, паркурим, осторожно. Нас так не будут попадать. Так, хыть! О, ребят, я не долетел. Черт, так, 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 ладно, дымовая граната, в принципе, у нас есть. Так, давайте посмотрим, что у нас там внизу. Какой сектор! Так, тихо. Так, 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 перезаряжаем батаранги. Сейчас мы его по стелсу убьем. Так, ребята. Он идет сюда. Сейчас дым пропадет. Так, ладно, давайте попробуем закинуть сюда ледяную гранату. Фух, ребят, тут уже никого нет. Фух, просто жесть. Так, хорошо, ребята, берем опять батаранг. Так. И вот черт, ребята, вот черт, там слишком много бандитов. О, нет. Дымовая граната, получай. Еще. Фух, ребята. Так, 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 осторожно, бежим, бежим, бежим. Так, там зомби. Так, ребят, еще бандит, еще. Получай, получай, получай. Так, вот это мы вырубим в рукопашку. Так, ребята, давайте пока возьмем кулак. Ладно, ребят, так, забираемся. Так, нужно поставить другой гаджет, это на бета-ранге, так. Осторожно, тут слишком много пистолетов лежит. Так, 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 осторожно, там они почему-то сами начали драться. Так, ребята, думаю, то, что же стоит идти освобождать заложников. Так, 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 ну здесь все входы заблокированы, но нужно как-то попасть наверх. Так, черт. Черт, как нужно попасть наверх. Так, ладно, давайте попробуем через крышу. Вот так хыть. Блин, блин, вот так хыть, запрыгиваем. Так, ломаем стекло. Нет, ребят, не сможем. Ладно, давайте сломаем стекло. Рашим, рашим, рашим. Так, нет, нет, не сможем, не сможем. Так, закинем это. Так, надеюсь, я не раню заложников. Закидываем дымовую бомбу. Так, осторожно, ребят. Вроде заложники все живы. Так, все живы. Так, раз, два. Сколько у вас здесь? Три, четыре, пять. Пять заложников, ребята. Пять заложников. Так. Блин, ребят, реально опасно. Так. Я пока что не буду их освобождать, потому что могут еще прийти бандиты, они меня могут застать врасплох. Так, тут везде выходы заблокированы, просто, ребят, какая-то жесть. Так, мы вроде всех уничтожили. Так, ребят, я просто боюсь, что сейчас может быть какая-то засада, поэтому давайте мы постараемся, конечно же, их сейчас вызволить. Так, или ребят, давайте немного подождем, потому что сейчас могут прийти новые люди, и если они придут, то, конечно же, жителям придет полный капец, я не хочу рисковать их здоровьем. Так, и тут, видимо, прохода нет. Так, ребят, вы все, все нормально? Да. Ты кто такой? Я типа пришел вас освобождать. Да, хорошо, и нас уже тут держат очень долго. Да я понял. Да, приходили и полицейские, и спецназ, они всех убили. Они нас держат очень долго, мы все голодны, мы хотим домой, ты нас можешь освободить. Да, могу, но понимаете, то, что сейчас может прийти подкрепление этих бандитов, поэтому давайте, мне нужно сделать какой-то план по вашему освобождению, ребят, потому что это будет очень трудно, и, возможно, они уже вызвали подкрепление, поэтому вы пока посидите здесь, я их подкараулю, и если что, то чуть позже я вас выпущу, хорошо? Хорошо, мы тебе верим. Так, ребят, что ж, я прям уверен, то, что они вызвали подкрепление, поэтому я сейчас прямо пойду вот на ту точку. Буду их караулить, и сейчас, когда придут новые бандиты, то я их всех уничтожу, потому что, ребят, я прям уверен, то, что они вызвали подкрепление. Так, хорошо, мы пойдем, в принципе, вот сюда. Ой-ой, осторожно нужно быть. Так, мы сюда пришли. Давай, ребят, давайте проверим здесь вот все выходы. Да, ребят, как я и думал, тут стоят ворота, и, наверное, сейчас они прямо отсюда и будут идти, поэтому давайте мы сейчас заберемся, знаете, куда? Мы заберемся прямо на вот эту штучку. Когда они сюда выйдут, я их всех порешаю. Так, ребят, прошло уже около 10 минут. Пока что я заложников не хочу трогать. Потому что вдруг, ребята, вдруг сейчас придет подкрепление. И я вроде уже кого-то слышу, ребята. И там стоит бандит, ребята, что за жесть? Так, хорошо, мы берем, значит, эту бомбу. Так, хорошо. Планируем сюда. Так, и... О, нет, ребята, в меня стреляют, я слышу. Капец, сколько их там? Кидаем резную бомбу. Так, 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 батаранги, батаранги. Получай, получай. Так, ребят, хорошо, там, в принципе, один внизу. Так, 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 так. Ребят, давайте немного отступим. Так, поднимемся вот здесь. Вот здесь сейчас мы их обманем, ребят.
Сейчас мы прокурим кое-куда и обманем их. Так, 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 поднимаемся осторожно. Осторожно, опа, сюда, сюда. Так, теперь нужно запрыгнуть на эту лестницу. Так, хыть. Запрыгиваем. Нет, ребят, мы не запрыгнули. Так, хорошо, давайте сейчас попробуем. У меня появился очень хороший план. Их обмануть. Так, запрыгиваем. Так, вот так, опа. Так, паркурим вот сюда. Сюда, ребят, вон они уже спускаются, не видят. Черт, черт, черт. Так, осторожно, так, хыть. Хыть. Получай, получай. Так, да, осторожно, так, они меня так не заметят. Так, они... Опа, еще один. Осторожно, осторожно. Так, так, так. Так. Так, получай. Получай. Отлично, ребят, одного мы сняли. Так, кидаем сюда сразу же ледяную гранату. Кидаем дымовую. Прыгаем. Залетаем. Черт, ребят, я не попал, ладно. Ой-ой-ой-ой. Я одного убил. Фух, ребята, так, я вроде всех добил. Все, ребят, наверное, это была последняя партия бандитов. И я думаю, то, что я всех смог убить. Так, ребят, вроде никого больше нет. Хорошо, ребят, нужно возвращаться к нашим заложникам. Фух, ребята, правда, как я вот сюда вот не попал, когда сюда спрыгивал, ладно. Так, все, ребят, думаю, что стоит их освобождать. Потому что это, думаю, что были последние. Так, забираем сюда. Блин, здесь прохода нет, точно. Хорошо, давайте мы вот сюда так спрыгнем. Так, опа, отлично. Так, ребята, все целы. Я уничтожил новую партию бандитов, ребят, поэтому больше здесь никого нет. И думаю, сейчас самый момент вас выпустить. Спасибо тебе большое. Так, ребят, потихоньку сейчас по одному выпустим. Уж, ребят, если бы я выпустил этих заложников раньше, то, возможно, та новая партия бандитов, которую я сейчас уничтожил, могла бы их убить. Поэтому, ребята, я думаю, что я сделал правильный выбор. И именно сейчас нужно их освобождать. Так, ломаем быстренько эту решетку. Так, вот так вот, опа. Жаль, что, конечно же, не взял кирку. Так, все хорошо, ребята, мы, в принципе, все ломаем. Так, и освобождаем наших... Ребята, заложников. Так, ребята, осталась последняя решетка. Я уже все практически сломал. Фух, ребята, и походу я уничтожил всех бандитов, которые остались. И похоже то, что нужно будет позвонить полицию, чтобы они обыскали это место. Потому что это логово тех бандитов, ребята. И это реально очень-очень плохо. Но вроде бы их больше не осталось ни одного. Я вроде всех порешал, ребята. Так, все вроде свободны, да? Так, ребята, вы свободны, да, можете выходить. Ой, извините, я кинул вас дымовую гранату. Так, все, ребята, они все свободны, в принципе. Так, от бандитов тут вообще ничего не осталось. Я всех просто порешал. Уже наступило даже утро, ребята. Я всю ночь просто с ними боролся. Посмотрите, они даже стекло разбили. Они пытались в меня попасть, когда я тут перепрыгивал. В меня стреляли, помните? Да, ребята, конечно, это была очень жесткая миссия. Так, все, жители уже начинают уходить. Фух, ребят, ну и, конечно, сейчас мне нужно найти для них выход, потому что... Ну, я сам не знаю, честно, как выйти отсюда. Ну, я как бы попал сюда секретным путем. Вот, поэтому нужно найти основной путь. Вот, но я думаю, то, что я с этим справлюсь, и этих жителей я отведу в деревню. Вот, но они не узнают, кто я такой был. Я им не буду раскрывать свою личность, то, что это я отвикли. Вот, и думаю, то, что эти жители вернутся к своим семьям. Вот, я очень, конечно же, рад, что я спас этих заложников. Так, все точно живы? Все здоровы, у всех никаких травм нет. Нет, все нормально, спасибо тебе. Отлично, все, ребят. Я думаю, что на этом стоит заканчивать. Если вам понравился этот видеоролик, ребята, то, пожалуйста, поставьте свой лайк, потому что я действительно рисковал своей жизнью в Майнкрафте для того, чтобы побороть этих бандитов, ребята. Мне помог этому этот прекрасный костюм Бэтмена, ребята. Если вы хотите больше таких видеороликов, где я в костюмах различных супергероев спасаю людей, там, или дерусь с суперзлодеями, ребята, ставьте лайк и пишите в комментариях, какие следующие костюмы мне испробовать. Ну, а с вами был Отвикли, ребята. Я не прощаюсь, а говорю вам, ребят, до новых встреч, друзья.